Парк «Семья» на 50 лет в ЛГСМ издавна славится редкими породами деревьев и живописными ландшафтами. В этом году в популярном месте отдыха навели уют. По нацпроекту «Жилье и городская среда» поставили новые фонари. Установили новые скамейки и оборудовали парк дополнительным видеонаблюдением. Губернатор Алексей Русских прогулялся по парку с местным руководством и депутатами. Парадный вход тоже скоро станет презентабельным и современным. Дизайн утверждались жителями Засвияжья. Губернатор распорядился привести все парки Ульяновска в порядок. Это вот уровень 70-х годов, то, что ульяновские парки были. Надо все перестаивать, обновлять. Они не соответствуют своим. Да, занимаемся. Поэтому работа очень большая, работа интересная, но она очень благодарна, потому что очень хорошо воспринимается население. Мы дальше о чем поговорили с молодой мамой. На эмоции все довольны. Недалеко от парка «Семья» располагается детская школа искусств номер 3. Этим летом здание ремонтируют. Заменили все окна, выложили новой плиткой крыльцо и лестницы. Полы, стены и потолки также обновили по нацпроекту «Культура». Ну давайте, у вас 1 сентября открытие. Осталось не так много времени. Ну, работа еще прилично. Но при хорошем подходе, я думаю, должны успеть. Поэтому день контролируешь. Вот, а мы тогда 21 августа приедем, посмотрим готовность. Дом культуры «Строитель» тоже преобразился. Фасад отремонтирован ранее, а сейчас циклюют паркетные полы и реставрируют лестницы. Планируется обновить и сцену, и класс хореографии. Школа Олимпийского резерва на улице Фруктовой готова к приему учеников. Осталась пара штрихов. На спортивных площадках разработали грунт и установили бортовые камни, собранные трибуны для зрителей. В этом месяце будут готовы ограждения и резиновое покрытие для дорожек. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.